Что, Рачишка, YouTube платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин. Деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться. А как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком. Это я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Работа подождет! Компания «Не та кнопка» представляет идеальный баланс, или каким должно быть оружие Warface. Что-то комбарь за комбарем последнее время у тебя, Ебукентий, в киберспортсмены решил податься? Нет, капитан Очевидность, просто снова что-то потянуло играть мясорубочки. Да, дружище, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, Surefire MGX. Оружие, которое улучшили именно так, как я и хотел, 660 темпа. Посмотрим, на что эта пушка способна в условиях РМ. И, кстати, сразу скажу, опаньки, на мясорубке она показала себя очень достойно. Вы знаете, не имба, далеко не имба, далеко не КАЦ ПДВ, далеко не квадроцикл. Это просто хорошее, классное, балансное и приятное оружие. То есть с ним действительно можно тащить. Ага, понятно, понятно. Какой-то у нас хитрожопый персонаж здесь. Решил нас обойти в сено. Ну ладно, посмотрим. Это там он вроде, но что-то особо не высовывается, не пойму. По-моему, кстати, это снайпер. Судя по маске, да? Вроде это снайпер был. Headshot, baby! You got owned! Да. С почином, Рачина! Благодарю, Днарина, это был медик. Пока вы сосете, предлагаю рассказать отличненький анекдот. Ладно, 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 так и сделаем. Вы знаете, когда жена ни с того ни с сего пришла с работы с пивом, включила телевизор и стала раздеваться, муж сразу понял, машину уже не восстановить. Да! Вот так вот, детка, давай. Так. Вот так вот, минус два. Вот оно. Есть. Смотри-ка, а пушка действительно раскрылась из-за темпа. Да. Многие недооценивают темп, говорят, ну темп не главное. Темп — это одна из важнейших характеристик у оружия автоматического. Это обязательно, вы что, ребят. Если у пушки будет, там, не знаю, 550 темпа и 100 урона, это будет говно. Тихо. Темп, он позволяет тречить. То есть... Хедшот. Даблкил делать. Вести цель и стрелять по ней. А я думаю, откуда, сука, меня стреляют? Иди в задницу, блин. Headshot. Извини, братан, дружище, жизнь такая. Почему ты играешь с глушителем? А я решил попробовать, ты знаешь, что-то меня радует, наверное. Очень даже хорошо с этой пушкой. Так. Так. Да, блин, ну... Не-н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 е, сука! Похоже, ты сам себя перехитрил. Да потому что я думал, что они где-то у Аки зависнут и там что-то будут делать. Но нифига подобного, блин, пацаны решили в плен забежать. Так бы я минус два сделал на них. Ну да, по сути, я сам себя немножко обхитрил, прямо скажем. А вот он! Да ладно! Серьезно, что ли? Серьезно? Ну, это сильно. Это сильно, да. Ну, в принципе, тут как бы либо я, либо он, это было ожидаемо. Нормально. Медик красава. Медик молодец у нас. Все правильно сделал. Ща мы затащим, мы всем покажем. Я думаю, по-любому кто-то с тройки должен пойти. Я тут спрячусь. Чисто послушать. Бомба установлена. По-моему, где-то кто-то есть. Мне кажется. Нифига себе. Сука. Вот это хреново.
Это вообще хреново. Хорошо, хоть бомбу наши поставить успели. Так. Кто-то шуршит, по-моему, то ли скалы, то ли где это, не пойму. Где-то здесь было. Есть, готов, голубчик. Тихо-тихо, братан, да ну блин, братан, не спеши. Один в один, бро. Я знаю, блин, я еле выжил, сука, у меня хп нет. Мне в бой нельзя. Там штурм. Чуть-чуть надо потянуть, чуть-чуть, давай. Да, детка. Есть. Это определенно заслуживает похвалы. Благодарю. Профессиональное объемское течение, да? От нашего заднепроходца. Че, вспух что ли? Кто тут? Ты понял? Ты че вообще? Сука. Дорогой затупок, не пойдут они на двушку. Они все время на один ходят. Кэп, не мешай, сука. Не пойдут они, не пойдут. Тут надо слушать, блин. А ты хрень какую-то мне тут втираешь. Что значит не пойдут? А возьмут кто-нибудь один, пойдет и поставит, блин. Ну двое даже лучше. И жопа будет. Никогда нельзя так, знаешь, размышлять. Хедшот, детка, давай. Ах, даблкил, деточка, да? Мультикил. Нельзя считать, что ой, они туда не пойдут, они сюда не пойдут. Хотя бы один человек должен второй план слушать. По-любому. И когда уже только понятно, что противник наступает на конкретный план, тогда уже все вместе собираться. Нельзя это на самотек пускать один план. Ни в коем случае. Даже на РМе. Нельзя. Так. Такой беспалевный. Братуха. Но я на него не пойду. Ну его нафиг. Не. Наш обходит. Вот сейчас, в принципе, можно будет уже рискнуть. Блин, дробовик. Но не, он мне не подпустит. Давай так. Да. Ну, разошелся, Ракуха. Да. На Open Cup зарегистрировался уже? Очень смешно, Кэп. А самое смешное здесь это твои познания в киберспорте Warface. У нас нет никаких Open Cup'ов уже. У нас, кстати, Warface Pro. И поверь мне, даже если бы у меня был такой уровень игры, я бы не пошел. Да ладно, это почему? Потому что там не платят. Ой, ты скупердяй, тебе лишь бы деньги. Кэп, ну блин, ну ты че, блин, такой геморрой насиживать по 8 часов трениться, чтобы... Для чего, блин? Не, я опасен, не хочу. Я не согласен с этим. Ну и владельцы. Вот! Блин, пацаны-то сами справляются, могут. Сейчас затащим. Разошлись, голубчики, молодцы. Давайте, продолжайте в том же духе. Я думаю, у вас все получится. Точнее, у нас все получится. Вместе мы сила, как говорится. Блин, почему у нас двое делают на другом плоте? Что они там забыли? Вот из-за таких моментов глупых мы и всираем порой. Но с двое почему-то вообще на другом плоте померли. Что там делать? Ребята, алло. Вы не в командный бой играете. Давай, да сука! Ёпарасоте! А чё они все умерли? Да откуда я знаю, блин, Кэп? У них какой-то особый план свой, сука, на бой. У них... Команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Господин Отсосницкий ликует в чате. Да, есть такое. Так оно и бывает. К сожалению, мы всрали. Но... Это, собственно говоря, не помешало нам оценить пушку. Surefire MGX прекрасен. 22 фрага, 13 хедшотов. Где you was owned? Да. Пушка отличная, пушка не дисбаланс. То есть она не дисбалансная. Она не слабая, не суперсильная. Она хорошая. Вот такое оружие надо вводить в Warface. Я считаю. Чтобы вот такой баланс был. 660... Хотя наши разработчики раньше боялись, а я говорил, что это идеальный темп. Это подтвердилось, это прекрасный темп, с ним удобно попадать, с ним можно нагибать, с ним можно тащить. А вот введение квадроциклов, кобрей страйкеров, новых альпин с глушителем, болтовых с коллиматором и прочих аннигиляторных пушек, я считаю, это ошибка. Но пока что все происходит именно так. Алоды, вот пример оружия, которое вы в итоге сделали действительно хорошим. И я вас очень прошу, равняйтесь именно на него. Ноги.